Иксала бүгімай гибиллерлен турар Усияну луғын кинигар депутатскайга аэропорт этенгілі турар болан ағы елі сөмілетінен теддерлер. Манна бар нехеленелі ақпун барта сөпті ағынан елінен қачылан олырыр. Сейлі кәлір сюжет көкірін. Транспорт сол ис хайстоде министерство тегеднер битнен багаңиттен жаңы солунун уз куйгаттан ахы үйөлү теги хагалана. Бүгүн сайылык селенити гаранан барата 5 тонна небитеми 4 массына айынныра күтүлдөр. На сегодняшний день в поселке Депутатском, благодаря программе на сбережение и сэкономленного нашего угля, запаса угля еще на 40 дней, запасов дизельного топлива на 52 дня. Санатабын уз куйгаттан уматык саппаға тияхтяг депутатская уна сайылык селенити гаранан жаңы трассы участогын хартибен сыры қайтары тақсарыпты. Қары расты үрілі тұта қағаламыда туғанна ағжан оны техника түйіндері күністірілі елдер. Трасса Усть-Куйга депутатский. Как бы мы за трое суток прошли 45 километров, было все запечатано, снега было очень много, полтора метра где-то высотой, где есть местами даже и больше. Ну, за трое суток мы как бы задачу выполнили. И первые машины пошли вот. Бүгүн тургунун уз куйга депутатская участка грузовой машина ендир бир балага тоңолунна. Элбек кармустар сол участкагын кеңетерге 11 техника өлөлөр. До конца недели планируем с Батагая еще 2 единицы бульдозерной техники привлечь дополнительно. И из них один бульдозер тяжелый СД-32 и один легкий бульдозер СД-16. За вчерашний сегодняшний день проехало 12 грузовых автотранспортных средств. Сопровождение автомашин на сложных участках осуществляется силами дорожной спецтехники, дорожниками. И в настоящее время ведутся работы по расширению проезжей части автодороги. Работают две бригады на двух сложных участках. Общая протяженность сложных участков составляет порядка 35-40 километров. Сайлык нехелегер сүрбе хэтта хонуккат ерматык саппаха бар. Эти депутатская иттен келер матыга ағын туран. Асюлеме тиер. Отын депутатская оны чуга сытар нехелегтары ағынан юлнен качи авиация онна предпринимательдер көмелерден оңғылар. У нас в поселке 22 магазина. Если в одном что-то отсутствует, то это значит... Либо работа не так поставлена, либо как бы-то ждем мы зимника. На самом деле все продукты у нас есть, ведь даже после Нового года пришли машины, то мы живем на севере. Мясо есть, рыба есть. Вот, как бы-то все нормально. Вот на сегодняшний день тоже 3 машины уже пришли по дороге, поэтому весь необходимый перечень ассортиментов он существует. Улуска правительство сухалы ставлялир. Келер субботаға күн жылу стугарары күтілдерінен сайлық кадере туыры солы мен орыр тұхынан бапруғы күрелдер. Бетнен сібәстен білеген күгінгі солдырып кумаршрутын чен шерлені ғыталдар. Оксана Устинова, Туяра Семенова, Саха телевинеті, Усуяна, Чукускай.